Где папка? Вон он, забился, на попа торчит. Давай его раскачаем, чтобы он вылез оттуда. Привет, мы хомячки Микелаки. И наш папка, вместо того, чтобы с нами играть, начал спать. Да, ему лишь бы в любую щель залез, потому что... Варись, лебья, погнали. Тише. О, и маман здесь. Какой сюрприз, мы уже про тебя забыли. Чего вы спать папе мешаете? Ну он просто, когда спит, с нами не играет. А нам надо, чтобы играл. И он нас привел на площадку детскую, а сам спрятался. А может быть, он решил в пятки поиграть? Эй, чё надо вам? А, вы кто? Пап, ну ты прям как дед старый. Ты чё, нас уже забыл? Мы же твои дети. Ай, я надеялся, что мне это приснилось. Влезай, давай поиграем в царь горы. Ну все, я царь горы. Чё вам непонятного? Сейчас здесь усну. Ой, вы чё там снизу раскачиваете? Что я придумал? А вы представляете, это настоящий бутерброд. И сейчас придет большая-большая рука и нас съест. А я даже знаю одну большую руку. Ну, точнее, две. А кто это? Да не тупи, Тонечка. Это же Юля. Ну, хозяйка наша. А, да. И кажется, есть идея разыграть папу. Когда вы так смеетесь, это значит, вы что-то задумали. Ну-ка, рассказывайте. Мама, зови папу. Мы сейчас его немножко разыграем. Да, пронканем его. Ну хорошо, только чуть-чуть. Папа! Чё надо? Залазь спать! А вы мне мешаться не будете? Точно не будем. Ну смотрите мне, а то глаза большущие, хитрющие. Если... Всё наготове, только по-тихому. Чё там у вас опять по-тихому наготове? Опять раскачиваете мою лежанку. Держите ещё. А ты куда полез? Папа, там, кажется, монстр пришёл. Страшный. Что? Какой монстр? Что вы несёте? Папа, тебя поднимают и, наверное, хотят съесть? Что? Нет! Спасайте хвостики! Что? Нет! Ну вот, папочкин, всем говоришь, что ты смелый, а сам, как последний трус. А, кстати, а где папа? Да тут я под сыром. Понял я ваши приколы, я вам так подыграл. Чё там этот монстр ушёл? Вообще-то, это была Юля. А ты, папа, здорово придумал спать в бутерброде. Здесь так тепло. Ага, сейчас. Не толкайся. Отойди. Сам толстый. О, а мне места не хватило. Дальше мы ничего не придумали, поэтому будем возюкаться под музыку. И в конце передадим приветы всем ребятам, кто первыми написал комментарий к последнему ролику. Александру, Игрульке, Арине, Варе 33, Эмилии, Елене, Антону, Антонине, Диме, Гепарду, Славе, Хомячкам. Привет Дарье, Вадиму, Нате и Юле, Агишев 123 и Лайк Кэтс, Катафончику, Лине и Лесе, Слава Ла, Алексей и Шиншила, Вячеслав, Анатолий, Оленька, Стас, привет, и Милена, она вообще была самая первая. А еще привет Мише и Вике.